Сегодня массовое настроение людей определяются не Божьей правдой, а технологиями. «2001 год. Джимми Уэллс и Ларри Сенгер создают крупнейшую в истории свободную энциклопедию. В Википедии интересно то, что это некое резюме знаний человечества и его культуры. Сегодня этот ресурс занимает 6-е место в списке самых популярных сайтов сети интернет. Википедия стала реальным инструментом власти. Если ты выходишь в интернет, у тебя должна быть только одна цель. Слово Божие, ты должен помогать людям. Как вы думаете, с чем вообще связан интерес РПЦ к Википедии? Интерес очевиден. Википедия очень популярный ресурс, он считается многими. Поэтому, естественно, это очень заманчиво повлиять на умы через Википедию. И к пастырям сегодня обращаюсь. Идите туда, где вас даже не слушают. Бейте в набатный колокол. Иначе погубим вновь свою страну. Я думаю, очевидна опасность в том, что люди будут принимать важные решения и формировать свои убеждения, полагаясь на информацию, которая может быть ошибочной.